Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. Здравствуйте, ребятушечки, с вами расхититель мусорных баков. А это третья финальная серия про бомжа Диму, который живет на помойке. Кто не видел прошлые две серии, обязательно посмотрите, они будут в описании. Если смотреть на прошлую серию, вторую, то там вы поняли, что Дима в принципе неплохо так заработал бабок на продаже находок с помойки, в чем я ему, конечно же, очень сильно помог. Ну а в этой серии я ему наконец-таки сниму гараж, и не просто сниму и он туда заедет, а еще и обустрою. Потом я возьму Диму с собой на мусорные баки и покажу и научу его, как правильно драть кормилицы, как выжимать максимум из одного мусорного бака, чтобы он как можно больше смог зарабатывать на продаже находок с помойки на барахолке. И кстати, в этом видео его даже успеют ограбить, но об этом уже позже. И обязательно досмотрите видео до конца, ведь в конце вы увидите, как Дима сейчас живет. Ведь прошел целый месяц с того, как он заехал в гараж. Также поставьте лайк, ребятки, за мои труды, потому что я очень старался ему помочь, чтобы он вообще по красоте жил в гараже и кайфовал. А получилось ли у меня этого добиться, сейчас вы это все увидите. Начнем с того, что нужно было снять в срочном порядке гараж. А эта задача оказалась не из простых, потому что приходилось каждому человеку, который сдает гараж, объяснять, что там будет не машина храниться, а человек жить. В итоге кое-как мне удалось найти гараж подходящий в топовой локации, и я моментально его снял, потому что этот гараж идеально подходил. В нем был счетчик на свет, круглосуточный доступ, но самое крутое — топовая локация, потому что возле этого гаража было очень много топовых помоек, где я сам лутаюсь. Когда я гараж увидел, он мне в принципе сразу понравился, потому что размеры его меня впечатлили. Он как бы не особо широкий, но очень длинный, что очень круто. Я сразу понял, что в конце у Димы будет как бы спальня, и что ее нужно отгородить каким-то столом или стеной, чтобы в этом месте ему было тепло, чтобы там поставить обогреватель. И в итоге я приступил к обустройству. Моментами мне помогали мои друзья, но больше всего работы я сделал сам. Самое сложное из обустройства этого гаража было то, что в гараже был дырявый потолок. И мне пришлось ехать в Леруа Мерлен и закупать минеральную вату, чтобы набить в эту дыру. Я купил фанеру. После того, как я забил вату, я фанерой потолок просто обшил, и в принципе получилось красиво. На это, кстати, больше всего времени ушло. Также пришлось по местным помойкам поездить и пособирать различные доски. И, кстати, там нашлась дверь для стола. И за счет этой двери стол получился очень прочный. Да, с потолком я, конечно... знатно провозился, но настало время приступать к дальнейшему обустройству уже всего гаража. Вы готовы это увидеть? Давайте уже смотреть, что у меня получилось. Посмотрите, как круто преобразился гараж. Больше всего здесь, конечно же, выделяется стол. Это прям шедевр моей инженерии. А за перегородкой стола находится уютная спальня. Здесь я прикрутил фанеру. Кстати, вот эту фанеру я прикрутил, чтобы от стены не веяло холодом, потому что стена холодная, а так уже намного теплее. Установил уже нормально эту полку, подрезал. Там установил полку. Здесь установил розетку, светильничек. Вот такой вот типа ночничок, чтобы можно было спать и, допустим, если понадобится, читать книги. Здесь будет стоять обогреватель, чтобы прогревалась конкретно вот эта зона лучше всего. Потому что здесь будет Дима спать, ну и нужно, чтобы ему здесь было тепло. Перегородка, кстати, почти не шатается, очень крепкая. Сверху всякие полочки накрутил. Сюда спокойно войдет односпальная кровать. Сейчас пока что у меня ее нет, но может найду на помойке или куплю на Авито, недорого. В принципе, вообще офигенно получилось, мне очень нравится. Также на потолке еще там дырки всякие позаделал. Ну, короче, выглядит теперь очень круто. Я бы сам в таком гараже жил. Кстати, Дима этого всего еще не видел, к нему я уже приеду завтра. Привезу его сюда, я надеюсь, он порадуется, блин, и наконец уже сюда переедет. Уже примерно 4 дня, как он снял этот гараж, он до сих пор сюда не заехал. Я сегодня к нему приезжал на помойку, говорю, поехали со мной, будешь мне помогать. Он говорит, блин, не могу отойти, какой-то мужчина должен подойти, купить у меня коробки, какие-то пластиковые ящики за 100 рублей. Ну, ладно, типа, я приехал сюда один,
Потом ко мне приехал помощник. Хорошо, что было хоть кому помочь. В целом гараж получился очень крутой. Жить теперь здесь можно. Пыли стало за счет ковров меньше. Конечно, я бы тут много чего добавил, но я думаю, Дима уже сам будет все доделывать на свой вкус. Я так решил чисто основу ему сделать, помочь с этим вопросом. Кстати, там в ямах я ничего не делал. Там очень много всяких досок. Это очень долго, на это уйдет целый день. Пусть он тоже сам этим занимается. А я со своей стороны помог уже очень достаточно, чем мог, короче. У меня уже спина отваливается, ребятки. Все мои силы, которые были в моем распоряжении, были использованы. И все те материалы, которые у меня имелись в закромах, это всякие там розеточки, провода, различные уголки для полочек, все это привез и использовал по максимуму. В итоге из гаража получилась конфетка, и настало время ехать к Диме, ну и приглашать его в новый гараж. Ребят, на часах, короче, 12 ночи, 45 минут. Пришел к Диме, он, оказывается, не спит. И решил он прийти и смотреть свой новый, так сказать, обустроенный гараж. Ну смотри. Да ну нафиг. Все. Ничего себе. Да ну елки, стол есть, загородка есть. И там, по-моему, все уже обустроено. Ну, заходи. Разуваться не надо, в принципе. Хочется здесь разуться. Обалдеть. Еще, ты посмотри, цвет ковролина как подошел. Ты понимаешь, персиковый вот этот. Да. О, ё-моё, крыша. А где дырка? Нету. Бля, вы волшебники. Это что, это как вообще? Мы еще там минеральной ватой все утеплили. Где вы все это взяли? Купили. Я 1005 потратил на эти материалы. А, ты мне сейчас хочешь в обморок, что ли? Чтобы я упал? Да забей, это за мой счет все. Так, смотри, здесь саморезы накрутил, подушки повесил. Да. Здесь это мои вещи, я, по-моему, везу. Так, здесь у тебя, помнишь, была розетка? Я ее переместил туда. Ну, у тебя там кухонная рабочая зона. Там можно чинить что-то, готовить. Ты стол зацени, какой он крепкий. На него можно вдвоем залезть, и он не поломается. Ну, ни хрена себе, вы даже сюда пришпилились к полу. Ну, конечно, ну, чтобы надежно все было. Перфоратор, да? Да можешь залезть на него, попрыгать. Вот это говоришь, тебе кровать надо, вот спальное место. Вот так свернулся сюда ноги, коленки согнул, все. И спи, пожалуйста. А вот эта штука для всяких отверток. Да-да-да, такое, я плоскогубцы. Я такую находил несколько раз. Да, смотри, я все продумал. Это зона, ну, инструменты, отвертки, тут что-то чинить. А это кухонная зона. Здесь вот в розетку чайничек поставил, сюда плитку, офигеть, кастрюлю. Тут готовишь, офигеть. Здесь у тебя всякие крупы там и так далее. Тут нарезаешь овощи, там все готовишь, короче. Здесь, смотри, вырезал, чтобы ты на будущее смог здесь, ну, видишь уголок? Да, 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 и да, тут, да. Тут на этот стеллажик воткнуть доски. Здесь прицепил саморезы, там всякие полотенца вешать кухонные, ну, там, понятно, и так далее. Ну да, вот видишь, розетку вот сюда, коробку поставил, расключил через эти ваги, ну, такие специальные. Я штуки. Знаю, да, такие клеммы для соединения. Смотри, какой он вообще, перегородка не шатается нифига, очень крепкая. Это, короче, это дверь советская, на помойке мы нашли. Классно. Вон, смотри, ничего вообще, можно хоть пятером залезть. А это вы использовали гаражную, да, вот эту? Она там лишняя была? Да, 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 лишняя. Да ты как раз ее брал. Смотри комнату свою, спальню. А, блин, я тут уже, блин, в шоке. Я уже в шоке, если честно. За счет ковров намного меньше пыли стало. Ну чё? Вот это да, слушай. Ну просто, просто обалдеть. Я не мог. Не, я примерно так и представлял, но чуть-чуть поуже думал. Так вот, думаю, вообще прямо узкое место, 80 сантиметров сделаю, как в поезде, знаешь, вот это ж. Откидывающаяся полка такая, дынц, на этих вот. И все. Я, кстати, думал откидывающуюся полку сделать. Да зачем? Ну, чтобы ее потом... У тебя вот сюда односпальная кровать поставится. А здесь у тебя даже остается расстояние вот для обогревателя, ну или там я обувь понимаю, ставить. Да. Там что розеточка, там? Ну телефон можно, ну, заряжать. Башкой, конечно, туда будет башкой. Светильник, вот тут кнопка есть, можно выключить, если мешает.
Вот. Блин, как это? За один неполный день? Ну, за часов 10 я здесь пробыл. Часов 10. О, еще доска какая-то пригодилась. Здесь что-то там складывать тоже можно, такая полочка. Это просто штука валялась, я думал, куда ее применить, тут поставил. А, да-да-да, она там стояла, я помню. Здесь же стена холодная, и чтоб, ну, холодно не было, я ДСП купил. Почему? У нас там соседей нету, да, получается? Нет, соседи там есть, просто стена холодная, я прикрутил вот фанеру, чтоб ты когда спишь, чтоб тебе, ну, не тянуло. Перфоратором сколько ебашит, думаю. Да я быстро это сделал, ты чё. Я бывший монтажник, для меня это недолго. Вот эти все штуки, все шатались, я их затянул, но теперь, видишь, не ходит никуда. Они нормально стоят, ничего не шатается, то есть можно что-то складывать здесь. Вот там, где ворота, все, сумки в угол сложил, потом там же отсортировал, или здесь, где тебе удобно. Сумки опять сложил потом, вещи к вещам, техника к технике. И все, и на выходных едешь на барахолку, и вот 10 по 10 можно делать. Если ты будешь каждый день ездить по маршруту, по помойкам, а не просто одну, вот как ты сейчас лутаешь, вот одну лутать, это не вариант. Их намного лутать, вот штук 40 за день объезжать. Вот, короче, часа 4 тратить, вот 5 на помойку, и все, это достаточно. А потом приходишь уже ближе к концу дня, да, когда там полутался, все помойки объехал тут на районе, отсортировал все эти находки, покушал там, помылся там, и лежишь все, отдыхаешь, и все, и не заморачиваешься с ними. Их нужно продавать и деньги копить. Вот здесь, кстати, можно будет шторы ж выкидывать на помойке, какую-то шторку сделать такую уютную, вот здесь даже можно. И будет вообще ништяк. Понял, почему я сюда поставил обогреватель? Чтобы он не отапливал полностью все помещение, потому что оно большое, а чтобы оно отапливало именно ту зону, где ты как бы спишь, чтобы тебе тепло было. Это будет еще будет лучше. Да, тепло не будет выходить. Там дырку минватой заделали. Вот это на помойке сегодня нашли, топовая полочка. Это я не сам делал. Да, я вижу. Тут причем полторы толщины. Видишь, какая ДСП? Ну да, толстая, крепкая. Я ее вместо лестницы использовал. Кстати, хочешь пиццу? Вот свежая она. Ну, пицца, конечно, меняет вообще весь расклад. Нет, пицца прям добавляет домашности. Ой, какая красота, слушай. Такая сейчас цветастая. Ну, вот это моя любимая, вот это вот. Вот это вот? Вот это, да. Цветная? Да. После того, как я обустроил гараж, я узнал у Димы, что у него есть велосипед. И я сразу подумал о том, что ему нужен какой-то транспорт. Для того, чтобы ездить по помойкам, собирать находки, чтобы все его дела были максимально продуктивными. Но в его велосипеде было поломано колесо, поэтому пришлось поехать на рынок, купить абсолютно новое колесо, поменять, плюс камеру, ну и там по мелочи, короче, подшаманил, сделал ему лайбу, которая на ходу прет, и еще и багажник у него теперь есть спереди. Блин, я рад, что Диме понравилось, потому что я старался пипец. Короче, Дима заехал в гараж и проночевал там одну ночь. На следующий день мы договорились, что я к нему приеду, мы поедем по помойкам, где я ему буду все рассказывать, как ему правильно добывать находки, как максимально быстро это делать и как максимально выжимать из них максимальную прибыль. Короче, я еду с утра к нему и по пути заехал на его предыдущее место жительства, на контейнеры мусорные, где он жил. И кто бы мог подумать, но я в принципе так и представлял. Димы там не было всего лишь одну ночь. То место, где он жил, где у него еще оставалось очень много всего всякого ценного, всяких находок с помойки металла, все за ночь обнесли, ребят. И там какой-то тип спал. Приехали, ребят, к Диме. Посмотрим, что у него тут осталось вообще из его запасов. А, так тут он уже кто-то спит. Дим, тут уже твое место заняли. Он кто-то спит. Знаешь его? Не знаешь? Без понятия. Да, пиздец, я всего лишился. Ну да. Ну что, сейчас здорово. Позабираем так все самое бывает, ценное. Конечно. Когда ты один сам сидишь на всех жопах. Тебе обидно, да? Столько копил всего, блин. Да не копил, здесь купленные были вещи, инструменты были куплены. Все, нет ничего. Че? А где оно было? Я в Леруа Мерлен покупал. И че, блин, для того, чтобы вот эти твари потом поживились. Тележки нету, все, 500 рублей минус. Угу. Заебись, блин. Он прикидывается спящим, ты что думаешь? Сейчас подпиздили или что?
О, так это что? Ну, прикидывается спящим, чтобы его не побили. А. Ты же не знаешь, что бомжовая мудрость. Сразу, или с ручьем прикинься, штаны успей снять и вот так вот присядь. Тебя ж бить не будут, когда ты срёшь. Ну, не, ну, да. Ну, что, ну да, вот и все, понимаешь, что это как побыть ночью в гараже, все. Давай, короче, заберем все, что такое ценность представляет, и поехали. Я тебе скажу больше. Мне здесь придется сюда приезжать и вычищать это место до нулевой, до ну, нулевой высоты. Ну, чистота, да? И порядок был. Да, да, да. Ну, да. А металл у тебя твердый, да? Металл там у него был, да. Сперли, ну да, все. Ты не, видишь, ничего нет. Все украли, да? Все даже, запасы. Даже банки с вареньем попиздили, понял? Ага. И так пиздили, что вон, смотри. Вон аж, я теперь варенье это, блядь. Обнесли все, даже более-менее какие-то нормальные инструменты, все поубирали. Вот то, чем я работал здесь, чем я площадку убирал, понимаешь? Угу. Ну здорово, все здорово. Вот это книги отложены. Здесь 221 рубль, она должна прийти в это воскресенье забрать. Это ее книги. Mm-hmm. Все, их нету, считай. Все, по пизде пошло, понимаешь? Mm-hmm. Ни о чем нельзя договориться, пока ты на улице живешь. На улице каждая минута может быть стать последней для тебя, все. Ну ничего, зато гараж теперь есть, там точно никто ничего не украдет. Гараж это так, это на время. Среди них знаешь, сколько сидевших по 3-5 раз только за воровство, за угон машин, за вскрытие чужих гаражей садились. Mm-hmm. И этот навык никуда не девается. А эти люди бездельничают, они не работают на это. Они в любой момент могут прийти и так же все вспомнить все свои навыки. Понимаешь, о чем я говорю? Mm-hmm. Тоже хочешь забрать? Да надо, конечно, забрать хоть что-то. Ибо что, я поеду просто пустой? Это не дело. Там нет тараканов, проверил? Нет, я не знаю. Но там уже в гараже будут проверять. Я тоже их не хочу так цепи, совсем, понимаешь? Да, надо, подожди, дай я гляну. Надо на месте посмотреть. Тебе надо битый контейнер, что ли? Я не видел, что он битый. А бутылки эти тебе зачем? В гараж везти. Я никуда от них не денусь, я не смогу такие бешеные деньги зарабатывать на просто хуйне. Дима, на, на покатушках этих ебаных. Вот эту купят металлическую. Я не смогу ничего так зарабатывать. Давай я мне тебе помогу. Мне бутылки нужны, все равно будут. Я никуда не перепрыгну, это выше крыши. Ой. Выше себя я не прыгну, пойми. Машинки металлические покупают. Вот чисто только их, все. Вот их хорошо, можно повыбирать. Этот собрался, как его, блядь, первый? Тут. Антон, он просил Лего, чтобы собирал я. Ему Дима собирает. Не надо ему ничего собирать. Только металлические били. Все остальное это хлам. Все, дальше. Что там снизу? Это мусор. Куда ты хотел тогда забирать? Хлам. Все, вот самое ценное. Все, остальное это хлам. Это что? А, это что, это печенье? Надо это нафиг. Поехали. Выкинь это сразу в помойку. Ничего не буду выкидывать. Вы, блин... Итак, Дим, ты будешь сейчас товар... Я вот мы на помойках сейчас будем товар собирать. Вы сейчас будете выгребать, а я буду хвостиком за вами я ездить. Я тебе сейчас все вместо покажу. Вместо того, чтобы сюда еще раз ездить, я поеду сейчас за вами, блядь. Непонятно чем заниматься. А у меня вот здесь неоплачено вот это вот. Женщина отобрала книг. Да хуя. А я здесь должен похерить это все, по-твоему. Ну вот давай так, заберем их. Давай их заберем, ну, книги. Ну, очень сделано. Парни, очень умно. Я сейчас должен за вами таскаться, а здесь это все оставить. Мои труды, получается, вообще вы ни во что не ставите. Ни в хуй, блядь. А ваши труды пиздец какие. Большие-большие, блядь. Я должен за вами сейчас таскаться. А здесь я должен делать вид, что все хорошо, блядь. Ничего вообще не осталось. Ничего не осталось, ты понимаешь? Мы сейчас поедем, все насобираем, не переживай. Люди мне адрес надарили, чтобы я носил. И что, все, хуй к носу теперь, ну, понимаешь? Все, да, и что? Все, жизнь остановилась на этом или что? Поехали, все тут... Ничего, жизни и раньше не было, и сейчас ее не было. Будет у тебя сейчас, ты что, у тебя уже сука, гараж есть, жизнь, все блядь. Будет у тебя, ты что? Блядь, урода, на свою голову. Хватит. Дим, не нервничай. Бутылки эти, зачем они тебе? Я все равно буду бутылками заниматься. Я не потяну, ты не поймешь. Так это копейки. И что? Я не ты потяну. Больше будешь зарабатывать. Я не потяну просто так. Да потянешь, блин. Не съезжать. Не бери эти бутылки.
Выходи на новый уровень, они тебе нафиг не нужны. Что это за новый уровень, блядь? Ты вспоминай, сколько ты бабок заработал-то на рынке. И что? Это просто разовая акция, потому что... Эту акцию на эту акцию можно раз в неделю делать, да как там Дима. Там больше можно денег было заработать. Ну... А бутылки, это время, потраченное на них, того не стоит, потому что ты больше заработаешь, мне если проедешь равно. По помойкам. Мне уже все равно, я до 50 лет дожил, я никому не пригодился. Я не нужная... Ты себе нужен, я не сам себе. Я не нужная единица в этой жизни, понимаешь, в этом мире. Ты сам я себе не нужен. Человек, понимаешь? А я мусорный человек. Нужен. Мое место вот здесь, понимаешь, было. За бачками жить, доживать свою жизнь. Здесь, за бачками, понимаешь, мое место было. А вы меня хоть какой-то солнечной веселой жизни, хуй там, ничего не получится, понимаешь, блядь? Да это ты сейчас так думаешь, что у тебя ничего я не получится. Знаю, прекрасно. У тебя уже все хорошо получается. Что? У меня, только, у меня куча долгов теперь, блядь. Очень долго надо, блядь. Понимаешь? Повыебываться. Куча долгов теперь у меня получается, блядь. И самый главный долг перед этим. Да я понимаю. Понимаешь? Я ж пытаюсь найти, как бы, эти. Дима, да? А? Дима ты, да? Не, я Влад. А, Влад ты, блядь. А кто курит стики, ебать? Ты? Да. Ну давай сюда. Стик? Ну конечно. Только не этими перчатками снимешь. Да я хорошо. Понял. Очень сложно. Очень сложно. Если взялся, очень сложно будет. Или я два возьму, хорошо? Два возьму. Бери, хорошо. Бери, без проблем. Очень сложно. Вот ты. Дима, он Дима, эти бутылки, подожди, зачем даже, они? Даже не так. Братан, возьми, вот сколько тебе надо. Да мне все не надо. Не подывай. Я давление. Не согласен был, ну, вообще ни с чем расставаться. Все просто, ебать. Возьми, что надо, и все. Потом приехал, и что возьми. Это твоя вот задача была очень серьезная. Я заметил, как ты работал, ну, прям ты под себя подгребал всю эту движуху. Ну, а здесь твари вокруг завидовали. Да, вот да, эти да, вот кадыри, да, блядь. Да. Вот это, понимаешь, чмошное, вот это племя, блядь. Ну, ебаное, блядь. Понимаешь? И теперь у них праздник, понимаешь, на их грядке. Потому что теперь ебаный бомж вонючий, блядь, который не бухает, сука. Вот пиздец, мразь какая. Все. Понимаешь, он свалил отсюда. И все да оставил нет, им, понимаешь? Свалил, все им оставил, они кажут. Я приехал сюда. Все им оставил, да. Спрашивают, а где Дима? Дима, нет, не больше Дима. Его и не было Димы, блядь. Есть чмо обычное поганое, неудачник есть, понимаешь? Нет Димы никакого, блядь. Есть обычное чмо, блядь, которое собирает чужие огрызки, блядь, от чужой жизни, блядь. Сейчас будет все нормально. Ничего не будет, блядь. Я вижу прекрасно, что... Ты на меня посмотри. Игорь, ну ты сам понимаешь прекрасно. Ну невозможно. Успокойся. Невозможно в одночасье перепрыгнуть. Из дерьма вот хорошего. Ну, все возможно, в себя верю, все. В себя только верю. Ну что вот это же, вот что такое? Ну, это мусор. Мне был нужен. Ну. Братан, просто через время ты придешь. Да не нужно мне время. Мне зачем опять это пустое время? Опять это время я пустое. Я тебе от души говорю, успокойся, братан. Все, не нервничай, нормально. Все, угомони свои таланты его. Все, успокойся. Отдышись, вот люди пришли. Насколько я понял, что люди. Если не люди, ебать, ноги будут поломаны, ебать. Я помню, да, я помню твой рецепт. Да. Ты чё, что, поебать, сколько там подписчиков у нас. Я ебать. Понял. А кстати, ты просто знаешь, ноги будут поломаны. А у них ноги. Ты смотри, ты ебали. Если ноги поломаешь, у них еще больше подписчиков. Да поебать. Серьезно, у них прям в разы поднимется ритм. Угомонись. Взялись, ебать. Пацаны, привет, я на костылях. Мне меня отъебали. Не, успокойся. В семи местах ноги поломали. Если взялись, ебать, значит, ебать, я думаю, все будет ровно, ебать. Блин, я просто от старой шелухи трудно избавляюсь. Угомонись, ебать. Просто. Мне на вот это, блядь, я эмоционирую. Отдышись, ебать. В общем, ребят, вот все, что можно было спасти из его жилища. Две сумки здесь синие. И только что, прям при нас, мужик выкинул вот такой вот пылесос. Тут даже тапочки есть. Это все Диме пригодится, будет там в гараже пылесосить. Вот прям сюда выставили. Естественно, заберем. Сейчас с Димоном поедем к нему в гараж, это все выгрузим. Ну ты, что тебе не надо? На барахолку, в пакет, а сумку убери. Себе выбери с шапки на зиму. А были там шапки, кто украли. Ну ничего страшного. Ты чего, блин? Дай, иди сюда. Дим, все хорошо. Поверь, это все хлам, это наживешь ты еще.
У тебя, блин, столько времени впереди, ты чё? Я ж, блин, тебя хочу, блин, чтоб ты вот это все продавал, не надо. Ладно, это, ну люди приносили, думали, что я буду пользоваться этим. А какая-то тварь все там посквернила, покуражилась. Ну и пусть, это на их совести. Пусть куражатся дальше. У тебя теперь свой кураж будет. И поверь, ты им еще покажешь, блин. Сейчас барахлишко натаскаешь, как начнешь продавать. И свой гараж купишь потом. Не могу я, блядь, я не могу, блядь, за этой страной. Не понимаю, мне не хватает головы понимать. Мозга не хватает понимать. Слишком он у меня ламповый какой-то, он медлительный мой мозг. Он не понимает этого всего. Дим, не думай, что ты никому не нужен, поверь. Ты своей маме нужен, сам себе в первую очередь. Да, мне было Диму очень, конечно, жалко. Хотя я бы не сразу понял. Потому что для меня это барахло, реальный мусор, который можно максимум там продать по 10, по 50 рублей на барахолке. А для него это была целая история. Эти вещи для него многое что значили. В итоге Дима успокоился, и мы поехали на помойку, где я его уже начал обучать помойному ремеслу. Что у нас тут помойка, да? Пин-код я сразу отгадал. Учись! Заходи. То есть вот она наша первая точка, первая кормилица. Зацени сразу. Какой-то вынос с хаты. Вот смотри, Нерф, видишь, фирма? Вот это рублей за 200 уйдет. Что это такое? Это игрушка, да? Это стреляют сюда, вставляются эти штучки, вот патрончики. Не-не-не. Там такие они из пенопласта круглые. Но их, кстати, не выкинули. Ага. Да это типа сачок какой-то. Во, смотри, что я достал. Тут коробочки, оп. Так, Adidas. Пара обуви, пару адиков. Пара адиков. Так, проверяем, смотри, сразу оригинал нет, вот по этой бирке понятно. А как можно понять? Ну видишь, она такая, видно, дешевка. У оригинальной бирки там много надписей, QR-код есть, а тут нету. Они, это подделка. Но если состояние нормальное, они в принципе целые, продать даже рублей за 50 получится. Берем. Сейчас, да, я посмотрю. Ты по-быстрому, вот все, там ничего нет. А? Иногда в коробке бывает телефон, например. Не, я по весу уже понял, что там нету ничего. Конечно, все, время, деньги, тут надо быстро. Вот, смотри, вот уже это 250 рублей, вот они. Сразу, да? Все, бам. Ты там посмотрел? Да, хуйня. Все, погнали дальше. Все? Как? Все, вот так. Видишь, как быстро? Бывает так, что, например, в каком-то дальнем углу лежит детский телефон какой-нибудь, Nokia. Дим, не зацикливайся, по-быстрому, мы уже все осмотрели, там нету ничего. Надо дальше ехать. Не останавливайся, там впереди еще. Ты думай о том, что там помоек еще очень много. А это можем продать хоть за что-то? Нет, конечно, это ж полено. Извини, Береза, извини. Тут главное, видишь, скорость важна. Это очень важно. Вот мы сегодня, в принципе, под таким девизом и будем работать. Вы мне хотите показать, что именно скорость самое главное в том, что, конечно, вот, что ты успеешь поднять. Да. Не то, что ты там с каждой помойкой должен бахаться. Вот несколько часов я посвятил, например, да? До самого донышка докопал. Это бессмысленно. Нет, там что-то еще может быть есть. Может, но не важно. Пару зарядных устройств каких-нибудь неработающих, еще что-нибудь. Знаешь прикол? Пока ты эту, смотри, пока ты эту помойку 2 часа роешь, на другой помойке что-то выкинули и конкурент уже это нашел, а ты это все упустил, потому что ты тут роешься. Хорошо. Так, вот у нас кормилица. Смотри, Дим, видишь, он подошел, сразу рыться начинает. Вот так и нам надо. Тут там голяк. Да, давай мы лучше вместе с ним пороемся, конкурент. Выдохни. А, уже 2 рубля. Это фигня, не бери. Это не ценный товар. Дим, она стоит 2 рубля, а мы сейчас подняли 250. Всего на двух вещах. Я понимаю, но я, если ее тоже домой привезу, пусть они собираются у меня по чуть-чуть. А ты просто сейчас забьешь велик бутылками, а куда ты то, что подороже, куда ты это положишь? Дим, эти бутылки, это все фигня. Если б я бутылки собирал, я бы ни к чему б не пришел. Я понимаю, да. Я не могу все равно отказаться.
Учись отказываться. 2 рубля, ну. Надо отказываться. Во благо большему заработку. Вот, еще... смотри, трубка домофон, 50 рублей. Вот. Да, да, 50. Она в сборе прямо вся. Ну вот провод. Ну, ты... И это станция, все. Все, да? Должны, может за 30, но я думаю за 50 возьму. В принципе, этот провод там же вставляется в этот, в коробочку специальную. А так трубка вот как новая вообще. Вот, ой, вот тебе, ты. Вот это 50 рублей, а это сколько же, то, что ты взял? Это 2 рубля, это, наверное, по рублю может быть. Ну, это фигня, вот. Смотри, это открывашка? Да, для пива. Рублей 10. Вот это даже она стоит дороже, чем вот эти все твои банки, блин. Я понимаю, но я давай не уберу. Хорошо, почему ты медные проволочки не забрал? Вот это мелочи. Это, блин, миллиграммы. Я понимаю, что миллиграммы. Вот все... если я увижу длинный кабель, я возьму. Это все тоже надо брать. Это так ты пока стоишь, вот это выбираешь. У тебя на той помойке выкинули вот такой огромный моток кабеля. Его конкурент унес. Потому что ты тут стоял, вот эти мизерные проводки доставал. У меня в основном, вот если я регулярно выхожу, у меня в основном я только этим и зарабатываю. А сейчас надо вот этим зарабатывать. Тебе надо перенастроиться на другие вещи. Вот эти вот две позиции выстреливают. Бутылки и металл. Да, тогда просто, это когда... просто не те деньги. Вспомни, подожди, вот вспомни, ты, вот тебе пример. 2 месяца ты собирал бутылки, те банки. Да. Сколько ты заработал за 2 месяца на них? 3, сколько там у нас выжило? 520 и 920. Ну, 450, да, вроде бы, примерно, плюс-минус. 4500 рублей за 2 месяца на этом. А на барахолке на сколько ты наторговал? Слушай, ну барахолка, я не могу себя заставить туда. Это я вместе с вами поехал за компанию. А так мне туда страшно ехать. У тебя уже телефон есть. Ты сможешь такси вызывать или сам на велике отвозить. Нет, какое такси? Я не хочу кормить этих... бездельников. Таксисты, они бездельники. Тоже работают. Это бездельник. Так, ладно, все. Подъехали. Вот вторая помойка. Смотрим. По-быстренькому. Смотри, Дим, видишь, быстренько, раз, взял, разорвал. Мне тогда придется отдельные рейды выезжать за банками и бутылками. Вот и все, смотри. Ну, если ты по ним фанатеешь, вот смотри, пауэрбанк, 50 рублей, вот. Почему? Вот эта маленькая почему штучка. А потому что он целый, вот. Ну, а поставил рублей? На зарядку, проверить надо его только, и все. Ну, потому что, я же знаю цены, вот 50 рублей, я тебе говорю. Нет, ничего нет, я не скажу. Не написано. Ну и ничего страшного. Ну видишь, как камушек выполнен. Ну вот. Мы ж вот это надо брать, Зим, а не эти бутылки. За этим гонись. Просто их много, ты сейчас затаришься ими, а уже дальше ехать не можешь. Нет, конечно. Ну вот. А дальше у тебя столько товара лежит, а ты его забрать не можешь, потому что ты забит этими бутылками, которые копейки стоят. А у тебя деньги лежат в других помойках. Ну я не хочу, я от этих денег отказывался. Почему да не надо гнаться за всем. Самое ценное, бери, все. Ты от этого только богаче станешь. Это журналы у меня. О, смотри. Нифига себе. Так это от PlayStation наушники. Wireless Stereo Hertz и значок PlayStation. Какой значок? Покажи. Какой? Сейчас, подожди. Нифига, вот тут ползунок громкости. Так это что, они беспроводные, что ли? Да, беспроводные наушники, вот зарядка. Это наушники от PlayStation. Им 500 рублей тоже цена. 500 рублей. PlayStation — это игровая приставка, ну. Да. Что? Ну вот, это от нее наушники. Тут только амбрашюры зарыганы, и все, их поменяют люди. Вот 500 рублей. Все, поехали дальше. Вот возьми другой. Нет, нет, это все говно. Я из такого не
полный. Это самого дешевого пластика делается. Все, погнали, Димасик, помоечка ждет. У тебя азарт должен быть. Вон, азарт, там что-то хз, может, что-то там дорогое лежит. По-бырому вот так подошел. Вот, смотри, Дим, смотри, вот сразу лежит. Жесткий диск на 1 терабайт. Смотри. 1.0 ТБ. Ага, и что это? Это можно за 1000 продать на Авито. А на барахолке за 400 рублей он отлетит, даже за 500. Так, тут какая-то куртка зарыганная. Кстати, да, прям так лежал, ребят. Жесткий на терабайт, просто изи находка. Изи бабки, так сказать. Проверю, если он не рабочий, я Диме отдам. Если рабочий, себе возьму. Таки хоть что-то... О, смотри, Дим. Да, конечно. Душевая коробочка. А здесь у нас краник. В хорошем, в принципе, состоянии. Давай так, без коробки его возьмем, его купят. Просто тот сняли... старый сюда положили, а новый? Да, он тут накипь есть, но это ж не работает, ну, не мешает ему функционировать. А его можно, да, крутится он, да. Все замечательно. Ты вроде такой же продал-то, не? Нет. Давай. Все, поехали дальше. Почему? А? Почему? А здесь... Да потому что я по бырику. Надо быстро работать. Все, я посмотрел, ничего нет, поехали. Это фигня, там фильтры от воды, которые никому не надо. Но отлично для меня, все, что у него там лежало, это вообще полнейшее барахло, но он его очень долго копил, для него эти вещи много чего значили. Я не понимаю, почему он сразу это все в гараж не перевез, мог бы мне сказать, я бы ему помог, но в итоге, короче, все разворовали, и Дима заплакал, его аж трясло, ему было очень грустно, но в итоге я его обнял, пожалел, и вроде бы он успокоился. Ну а теперь мы поедем с Димой на помойки, и вы увидите, как я его обучал тому ремеслу, которым я занимаюсь. Потому что расхищать мусорные баки нужно правильно. А проблема Димы в том, что он неправильно роется в помойках. Он очень долго в одном мусорном баке копается. Он одну помойку может разрывать час-два, он собирает все, банки, бутылки, всякую фигню, которую, ну, никто точно не купит на рынке. Короче, нелегко было ему все вот это доносить, всю эту информацию, потому что ему лет так-то уже много. Он брал эти бутылки, банки, я ему говорю, не надо, потому что когда он тратит на них свое время, какие-то конкуренты на помойках впереди там, да, по маршруту обносят сейчас и все находки ценные забирают, а он время тратит на вот эти копейки, на эти банки, которые стоят там по рублю за одну штуку, или бутылка, которая стоит 2 рубля за одну штуку. Но это просто фигня, на это не стоит распыляться, потому что если бы я собирал бутылки и банки, я бы никогда не смог нормально зарабатывать с помойки. После того, как Дима заехал в гараж, прошел уже один месяц. Периодически я, конечно, пару раз в неделю к нему постоянно заезжал, и на барахолку мы даже съездили пару раз. Но если бы я его с собой на барахолку не взял, потому что я его все барахло в такси загружал, ну то есть такси оплачивал, он бы, наверное, один на барахолку бы и не поехал. По итогу, вот смотрите, как Дима живет сейчас, прошел ровно месяц. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. По сути вкусно. Обалденно, это просто шикарно, я тебе делаю. Сейчас я у Димы, прошел ровно месяц после того, как он заехал в этот гараж. И давайте посмотрим, как сейчас Дима живет, его быт. Поспрашиваем по доходу, сколько у него выходит в месяц. Ну и вообще посмотрим, как он живет. Итак, заходим в гараж. Тут у него стоит его лайба, которую он починил. Тут он уже все занавесил вещами.
Так, здесь у Димы прямо по центру гаража образовался какой-то склад банок, бутылок, вот, которые он собирает на сдачу. Здесь у него туалет в ведре, здесь какие-то запасы досок, но это еще осталось после обустройства гаража. Так, дальше, это у тебя для барахолки? Или что? А, банки. Это банки? Банки, это НЗ. Банки собирает он туда, короче. Торговля, банки выручают. Так, дальше, а газеты это в туалет ходить, да? Газеты это почитать. Здесь у тебя в сумке товар для барахолки, правильно? Да, да. Кстати, вчера сумка попала, смотри какая. И там на ярлыке 1993 год, ты представляешь? Угу. Охренеть. Дальше, здесь у нас еще какой-то тазик Дима нашел, здесь его какие-то вещи. У тебя, кстати, тут капец, все завалено уже, так что уже скоро тут не пройти будет. Тут уже какие-то коридоры начали образоваться у тебя, тут да. Проходы какие-то. Хотя гараж до этого был абсолютно, ну, пустой. А что ты, ну вот... Хватает месяца, чтобы захламить. В конце второго месяца, я думаю, тут мы будем так вот, вот там стоять и будем просто там снимать. Ползать, да? Не, по вещам будем. Слушай, Дим, а что ты, ну вот реально, не собираешь все по пакетам, на рынок не возишь все, на велике потихоньку? Товары для продажи, вот это все. Это женская одежда, что она у тебя висит? Чтобы на нее любоваться? Да, фетишист я, фетишист. Вот, вы меня рассекретили, все, я фетишист. Понятно. Так, у него тут музычка появилась, утюг какая-то, техника с кормилицей, утюжок или что это, MP3-плеер с музыки, это я ему подогнал. Так, дальше смотрим. Дим, ты в магазин зашел или что? Вещи себе выбираешь женские? Вот, ребят, посмотрите, Димасик нашел себе матрас, постелил, и теперь он спит на нормальном матрасе. Реально классный матрас. А почему у тебя сейчас обогреватель не работает? Потому что каждый день он наматывает больше 20 киловатт. Ну, помойка кормит, я смотрю. У Димы тут на столе обеденный просто фуршет с помойки. Даже одноразка имеется. И еще так положил ее аккуратно. У каждого свое место, да, у тебя? Так, вот здесь у него фруктики всякие, бананчики, вкуснятина с кормилицы. О, да. Даже у тебя бар образовался. Нифига себе, у тебя даже этот есть шампанская бутылка. Да. Дима, а кто тебе вот это написал? Приятного перекуса, любимый. У тебя девушка появилась? Нет, у меня она никуда не исчезала. Просто она не поняла моего движения и меня не поддерживала, пока я бомжевал. Вот. Она никуда не исчезала, мы уже там 8-й год с ней вместе. А где она сейчас? Она у себя дома живет. Она и к тебе сюда приходила? Пока нет еще. А кто это писал? Любовница? Я нашел на мусорке. Вот это? Да. Да, конечно. Рассказываешь. А любовница тут у него была, нет, походу, нет, уже. Нет, обзавелся тут уже. Тут еще не было женщин. Не было? Не было тут еще женского запаха. Вот кроме вот этих вещей, которые с чужих женских плечей. Большие. Дим, расскажешь, как тебе вообще тут, в принципе, в целом? Вот месяц ты прожил, нормально все? Никто тут тебя не дергает, никто блин, там... Блин, я до сих пор еще вздрагиваю при воспоминании, что всего 30 дней назад я жил на улице. Просто вздрагиваю вот так. Ну, нормально, да, сейчас я имею в виду? Ну, конечно. Ну, эти как соседи относятся, ну, вот которые вот здесь? Шикарно. Нормально? Здесь адекватно, здесь тоже адекватно. Меняемые дядьки, все вообще угу. Шикарно. А за этот месяц ты на барахолку сколько раз съездил? Один или два? Один. Один раз? Один это вы меня возили еще до... Это вы меня 16 числа возили, 16 октября. По-моему. Два раза мы ездили примерно. Один раз со мной, да, что-то вроде, так, а второй раз ты там еще место занимал. Ну, два раза где-то, да? Я был вроде всего два раза. До вселения в гараж я успел один раз. За счет этой суммы, вот, собственно, и получилось сюда вселиться. Помнишь? Она выстрелила, эта барахолка, ебучими деньгами, там 11-250 получилось. И только за счет этого я смог вот реально отдать деньги за два месяца вперед. Я уже пора снова ехать на барахолку. Тебе на просто каждую неделю ездить на барахолку? А за время проживания в гараже я был на барахолке один раз, все. Ну вот, все, это печально. А почему один раз был? Потому что у меня еще есть доходики, у меня еще за этот месяц бутылочка, у меня за этот месяц банки алюминиевые, у меня за этот месяц еще было, что еще? А, черметик у меня еще был за этот месяц.
И сколько на металле ты заработал? Ты же учти, что у меня еще вот... Ну, на банках вот этих, алюминия, чермети, вот сколько? Ну, там около 1800 где-то примерно. Так это ж не заработки. Я понимаю, но без этого я бы и не смог бы отдать платеж, ты понимаешь? Тут ты же... в приоритет ставишь меньшую прибыль, чем крупную. Нет, я просто подсекаю, что я пока не могу сосредоточиться на основном, понимаешь? Я все равно этой мелочью занимаюсь просто потому, что я не уверен в заработках, в больших заработках. Когда... Так ты ж сам продавал когда на рынке, на... все это видел, ну, что ты не уверен-то? Когда... Да там элементарно, если я просто с утра иду, и я не понимаю, я сегодня встану, или мне сегодня места не хватит, ебал я такой рынок, блядь. Нафиг он мне нужен. Так там все место занимают, что тут такого? Надо просто первым встать там и все, и занять. Надо побежать просто. Все занимают, и все. Как я побегу, если я реально тащу товар, например? Я, а смотри, велик ставишь. Я хочу или тачку вот такую взять вот, для перемещения грузов складских, понял, да, такая, с двумя ручками такая. Чикр. Да тебе прицеп на велик не проще сделать. А зачем, если я там в воротах буду застревать с этим прицепом? Вот как он тут ко мне. Ну смотри, выход из этого положения, я тебе говорил, ты можешь к нам вещи стаскивать, и мы будем твои находки отвозить на рынок. Да Димаську тоже неудобно. Мне удобно. В этом нет ничего такого неудобного для нас, потому что нам несложно загрузить. Там диваны выкинуты все. Это круто вообще все. Там диваны выкинуты, там место есть под твои находки, под мои, там хватит на... Вот этот, который стоял у тебя, где диван? В общем, если не понимаешь, что, как отвозить, я же тебе говорю, бери все, складывай в сумки, чтобы у тебя тут не захламлялось, и привози к Диме, и мы будем отвозить твой барахло на барахолку. Я знаю, что подумал, что мне-то надо как-то, ну, может быть, тематические вот такие дни устраивать. Например, я сегодня только обувь повезу, ну, например, 25 пар у меня уже есть. Угу. Я только с ними выезжаю. Можешь, так, тогда не на велик загрузи и поедь. То есть так. Все, только все, обувь в сумках, какая-то в коробках может быть, вот, которая... Да вот. Ты эту обувь всю в одну сумку сгрузишь, вот сюда положишь и поехал. Вообще проблем нет. Я думал, ну, у тебя будут проблемы, что по транспорта нет, поэтому велик и чинили. Думал, что ты на нем будешь ездить на барахолку. Кстати, да, 22 числа мы же его делали. Ну, а месяц прошел. Месяц прошел. В итоге да. Ты на рынок один раз только съездил. Я думал, ты... Ну, я на самом деле думал, ты во вкус войдешь, почувствуешь запах прибыли и начнешь, ну, бабки делать с помоек, как мы, то есть. Но что-то пошло не так, так сказать. Надо перепрошивку, короче, мне делать. Мне самому внутреннюю перепрошивку. Ну, походу, да. Или что-то... Или чип поменять внутри меня. Или что-то еще. Биус прошить. Промотивироваться. Хотя, блин, не знаю. Что-то не получается. Если так объективно, с моей стороны, то все его тараканы в голове никуда не убежали. Я думал, что работая с ним, да, его всему обучая, рассказывая, как нужно делать, как не нужно делать, он что-то усвоит, что-то запомнит и начнет двигаться по-другому, но не так, как раньше. В итоге он занимается тем же, чем и занимался всю жизнь. Ну, может, не всю жизнь. Ну, короче, это походу болезнь, ребят. Патологическое накопительство. Ну, а так, в принципе, собирает всякое такое, что можно продать. Правда, у него это все очень медленно идет. Все то, что он сейчас накопил за месяц в гараже, я бы это насобирал за неделю, даже меньше. Когда к нему приезжал, я говорю, а что ты в гараже сидишь, что ты не лутаешься по помойкам? Говорит, да, я что-то там это, сидел там, что-то делал. Ну, короче, ничего делать вообще не хочет. Но как-то концы с концами сводит. Он, в принципе, уже за один месяц аренды гаража уже сам заплатил. Но я его, повторяю, что два раза брал с собой на барахолку. Если бы я его не брал, он бы, наверное, сам туда бы и не поехал. Какими-то маленькими партиями он бы мог возить товар на барахолку. И, в принципе, пару тысяч в день зарабатывать спокойно. А барахолка работает два раза в неделю. Но под лежачий камень вода не бежит, ребятки. Ну... Человеку уже много лет, и его уже не изменить. Вот такой он, и ничего с ним не поделать. Самое главное, что он сейчас не живет на помойке, не мерзнет на морозе. Но зато Диму я буду помнить всю жизнь. И теперь буду постоянно к нему заезжать, наведываться, узнавать, как он и что. Смотрите основной контент с мусорных баков. Буду иногда к Диме заезжать, показывать, что он, как он там живет, что у него нового.